Тюмени состоялась пресс-конференция, посвященная первым домашним матчам женской волейбольной команды «Тюмень-Тюмгу» в чемпионате страны среди дружин высшей лиги А. Напомним, что еще летом команда планировала участие в высшей лиге Б, однако у тюменок появилась возможность повысить класс за счет отказа ряда команд от лиги А. Мне нравится, что наша команда тюменская самая молодая. Вот это вот тоже очень важно. Это значит, есть у нас серьезные перспективы. Команда уже провела 4 выездных матча. Все они закончились поражениями со счетом 0-3. Подводя итоги первых двух туров, наставник команды Игорь Гайдабура подчеркнул, что несмотря на то, что соперники выше классом, девчонки не отчаиваются, продолжают работать и надеются, что скоро смогут давать бой оппонентам. На этой неделе сибирячки примут липецкий «Индезит» и курский «Политех». Капитан тюменской команды Анастасия Петряева отметила, что в домашних матчах волейболистки хотят порадовать болельщиков и надеются на их поддержку.